вместе с вами будем тренить Fly и Ride Ёжика. Да, ребята, я наконец-то его достала, и я же даже не подошла еще к серверу, ну ладно. Первый тренинг, короче, ребята, мне предлагают Ride коровку. Ну нет, насколько я знаю, Ёжик ценится больше, и она даже не добавляет, поэтому прости, пожалуйста, я не хочу соглашаться. Так вот, ребята, погнали вот сюда. Кстати, сервер этот очень даже неплохой, тут есть неоновый фрост, неоновый жираф и так далее. Также я видела очень много мегапетов. Например, я тут видела... мега скиллерекса я видела, также я видела мега коровку и так далее. В общем-то, сервак мне попался очень даже неплохой. И... так, трейдик. Опять эта белая надпись, ребята. Если вы не любите эту белую надпись, пишите плюсик, короче, в комментариях. Опять? Да в смысле? Почему все трейдятся? Я не могу понять. Наконец-то мне удалось принять трейдик. Так, Фрост Фури. Блин, ребята, Фрост Фури. Я думаю, что все-таки ежик стал олдовским намного раньше и ценится, собственно, намного больше. Поэтому, нет, прости, Фрост Фури без добавочек. Мне не особо нравится такой трейдик. Но я уже приняла следующий трейд. Кстати, этот человек мне уже кидал трейд. Просто, так сказать, он не прошел успешно или что-то такое. Так, рай-черепашка. Также есть новая овечка. Да, это овечка? Ребят, я не знаю, кто это. Если переводить, так сказать, на русский, ребят, как этот пэт называется? Скажите, пожалуйста. Вот честно, я не знаю. Так, тут также есть рыбка, есть окс. И есть также одежда для пэтов. Там всякие, я не знаю, ховерборд тут есть. Короче, блин, я думаю, что это все же маловато, так как черепашка классный пэт, но все же я думаю, что ежик ценится больше, так как ежик это очень олдовский пэт. Он был вроде бы на Новый год, еще вроде бы 19-го года, но я не уверена. Поэтому, прости, пожалуйста, я думаю то, что за ежика должны давать намного больше. Ну, лично я так считаю. Но это мы с вами сейчас и проверим. Там я видела, кто-то мне в чатик писал смайлики, типа, пожалуйста, согласись. Но, блин, я думаю, что это маловато. Ого! Неон Флайрайт розовая кошечка! Ребята! Я думаю, это очень крутой трейд. Ну, блин, я не знаю. На самом деле, многие мне писали в комментариях, что розовая кошечка в последнее время упала в цене. И она, в принципе, не ценится. Но я не знаю. Он также добавил райд кенгуру. Блин, это очень круто! Я не знаю, ребята! Блин, возможно, это крутой трейд, но я пока что отклоню, так как я пока что, в принципе, не знаю, что дают за ежика, потому что я его получил совсем недавно, мне его подарил мой подписчик. Кстати, спасибо тебе огромное, если ты это смотришь. А, он уже отклонил трейд. Ну, ладно. Ладно. Но я сама бы отклонила, на самом деле, потому что мне, опять-таки, трейдик не особо нравится. Но эта девочка или мальчик мне уже кидал трейд. Нет. Ребята, какой смысл опять кидать трейд и, типа, ничего не менять в самом трейде? Ты же видел то, что я уже отклоняла, прости, пожалуйста. А, меня узнали на сервере, привет. Короче, ребят, на кого бы, в принципе, я бы обменялась? На Фроста, на Бета, на Жирафа, естественно. Тут это не обсуждается. И, типа, блин, тут больше, по-моему, нету пэтов, хотя мне кинули трейдик. Ладно. Ого, сурикат! Сурикат, ребята! Я думаю, многие из вас знают, как я обожаю сурикатов. Боже, они такие милашки. Просто посмотрите на это милое создание. Я не знаю, ребята. Хотя ежик тоже очень миленький. Ежика я тоже очень давно хотела, и ежик тоже миленький. Нет, ежик милее. Я не хочу его менять на суриката. Нет, ежик мне нравится намного больше. Так, ребята, я приняла следующий трейд. И так, меня кто-то подвинул. Спасибо, я постою на месте. Так, неоновый тирекс. Неон флорай тирекс. И также тут есть вот такой вот саблезубый тигр вроде бы. Также есть вещи с обновой, которая вышла совсем недавно. Если кто-то не понял, я говорю про пасхальную обнову. Тут есть скат и куча других одежды для пэтов, но блин... Тирекс стал олдовским буквально максимум месяц назад. То есть я четко не помню, но недавно совсем. Ну типа, блин, нет. Я думаю, за ежика должны давать больше. Хоть он и неоновый, и это лего, но, блин, я, наверное, отклоню. Мне больше ежик нравится, сори. Так, кто меня толкнул с сервера? А ну, ребята, признавайтесь быстро, кто тут на сервере есть? Кто меня толкнул с центра? Ладно, надеюсь, больше такого не произойдет. Короче, кто тут? Нет, ребят, я хочу посмотреть, на кого бы я обменялась. Ну не, жирафу даже бессмысленно кидать трейд, потому что я прекрасно понимаю, что он не согласится. И тем более это неонка, ребята. Неоновый жираф за ежика. Просто. Вы бы согласились? Ребят, если бы у вас был бы неоновый жираф, вы бы согласились на ежика? Просто интересно, не знаю. Ну, я скорее всего, бы не согласилась. Хоть жирафы и упали в цене, но все же, блин, ребята, ежик для неон жирафа, это маловато. Ладно, все, давайте вернемся к трейду. Мне предлагают неоновую эту, коровку. Блин, неон коровка, она розовенькая, на розовом светится. Я хочу коровку, ребята, я хочу коровку. Так, кто меня опять, ребят, кто меня двигает?
Ладно, хватит вообще, короче. Блин, ребята, я думаю, что я отклоню. У меня есть неоновая коровка, и за нее не дают таких вещей, которые дают за ежика, поэтому прости, пожалуйста, я отклоню. Ладно, я приняла следующий трейд, и опять этот человек с неоновой розовой кошкой и также райд-кенгурушкой. Блин, он ничего не добавляет. Блин, нет, я опять отклоню, потому что в прошлый раз он, типа, давал абсолютно то же самое, и потом в итоге сам отклонил. Но, возможно, ему просто надоело ждать, пока я тут разговариваю, рассуждаю и так далее. Он просто отклонил, ему, скорее всего, просто надоело. Ну, блин, нет, я думаю, что это маловато, хотя, опять-таки, я вам скажу, я не знаю, как ценится розовая кошка. Пожалуйста, ребят, скажите мне, как ценится обычная розовая кошка, не неоновая, обычная. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, потому что лично я не знаю вообще. Ладно, я отклоняю. А, он добавлял карету. Он карету добавлял. А стоило бы мне соглашаться ради кареты? Ребят, сами подумайте. Вот вы бы согласились, если бы вам добавили карету, да? Я понимаю, что она за Робокс вроде бы, да. Но, блин, у меня эта карета есть. Дайте-ка я вообще проверю. Сейчас, подождите, ребят. Я хочу посмотреть, есть ли у меня такие кареты. Так, где? Где кареты? Ребята, стоять, у меня что, нету кареты? Так, стоять. А, вот, нет. Блин, ребята, где кареты? А, вот у меня есть одна такая карета розовая. Ну, ладно, все. Плевать на эти кареты, мне кинули следующий трейд. Ладно, я даю ежика, и сейчас мы вместе с вами посмотрим, что же будет в этом трейдике. Так, блин, золотой грифончик. Наверное, это маловато все-таки, потому что золотые пэты обесценились уже давно, я думаю, вы знаете, потому что я об этом говорю очень часто. И также он добавил хавер-кар, это вроде бы, да. Я еще не выучила название всех этих машинок новых, но... Они, хоть они сравнительно давно появились, но я все еще их не выучила. Ну, блин, нет, подождите, он добавляет или он думает соглашаться или нет? Блин, ребята! А, он все-таки решился согласиться, но нет, я думаю, что это очень мало, мне предлагали намного больше, я думаю, вы сами видели. Тут появился попугай! А можно мне попугая, пожалуйста? А, люди! Так... Дайте-ка я кину трейд этой девочке. Нет, она трейдится. Ну, блин, а вдруг она согласится? О, неоновый далматинец. Люди, почему тут столько крутых пэтов? Ребята, я тут заметила то, что на этом сервере все меньше и меньше крутых пэтов, и многие уже ливнулись с этого сервера, почему, я не знаю, но я думаю, что нам стоит поступить точно так же, и трейды мне стали кидать абсолютно одни и те же люди, то есть да, эта девочка мне кидала уже трейд очень-очень много раз, и я каждый раз уклоняю, прости, пожалуйста, но блин, ребят, я вам предлагаю пойти на другой сервер и уже там пытаться обменять нашего ежика. Ну что ж, ребята, я зашла на следующий сервер, и просто посмотрите, сколько тут людей, я сама в шоке, на самом деле, тут есть неоновая совушка, Бет есть, неоновый Окс, ну ладно, это не так, ребята, офигеть, Фрост, попугай, сколько тут Бетов, ладно, Снепка, успокойся, короче, ребята, ждем трейдов. Наконец-то мне кинули трейд, я уже подумала, что про меня просто забыли, либо Адапт опять меня ограничил трейды. Короче, нет, не ограничил, ладно, ого, неон, короче, красный дракончик, также есть Флайрайт Павлин, Райт Акула, Флайрайт Овечка, я не знаю, ребят, честно, я еще раз повторюсь, я не знаю, как точно переводится этот пэт, но, короче, буду пока что называть овечкой, а потом уже вы меня в комментариях поправите, ладно? Также есть Райт Нарвал, также есть неоновый крабик, есть снежная совушка, также осьминожка и фосил яйцо. Блин, ребята, тут очень много крутых пэтов, но, блин, они практически все, ну, типа, они не олдовские, все эти пэты на данный момент есть в игре. Так, я не хочу яйца собирать. Короче, из олдовских тут только снежная сова и фосил яйцо, но, а за ежика это достаточно мало, поэтому прости, я бы нашла какого-то другого человека, который бы предложил какой-то более крутой трейдик, но я надеюсь, что это этот человек. Это ты? Ну, блин, Лама, добавь, пожалуйста. Так, Лама, Райт Кенгуру, Райт Красный Дракончик, Райт Джинджер. Блин, очень много Райт Пэтов, круто. Есть также Райт, дайте уточню, Бизнес Манки, да? Также еще Красный Дракончик, Без Зелек, Райт Грифончик. Кого он убрал? Он кого-то... А, он Красного Дракончика убрал. Также Райт Собачка, Поросенок, Свинюшка, ладно. А также Неоновая Шибаина вроде бы. Да-да-да, Шибаина. Короче, ну блин, тут из ценных только кенгуру и лама, ну и поросенок. Блин, ну ребята, я не хочу отказывать, тут есть лама, ребята. Ну блин, лама все-таки ценится намного меньше, чем ежик, поэтому я просто вынуждена отклонить, у меня нету других вариантов, но...
Блин, тут такие милые пэты. Прости, пожалуйста. Возможно, это был крутой трейдик, но просто у меня лама есть, а вот ежик у меня совсем один, и я не хочу его обменивать на повторок, так сказать. Ну, либо нет, это либо должен быть какой-то крутой трейд, либо какой-то пэт, которого у меня нет. Я не знаю почему, просто я собираю коллекцию. Итак, есть также райт... Это кто, подождите? Блин, это землеройка это, да, сори, забыла. Рай землеройка, фосил яйца и зельки, и туканчик, и красная панда. Нет, прости, это мало, потому что у меня этот пэт есть, и я не думаю, что он ценится как ежик. Ежик, там яичко, пошли соберем. Ура, ребята, мы забрали яичко, ладно. Все, ребята, хорошо, больше отвлекаться не буду, ладно. Так, за мной, по-моему, ходит Эйвил, или мне показалось? Блин, мне показалось. Я думала, он мне хочет кинуть трейдик, хотя на Эйвила я, скорее всего, бы обменялась, потому что это крутой пэт, типа, он из ценных пэтов, то есть, блин, ребята, он олдовский и довольно-таки неплохой пэт сам по себе, потому что он олдовский. Короче, ребята, я только что приняла следующий трейд, и мне предлагают райд фламинго, также металлический окс, зайчиков, обезьянку, ну нет, это уже такие не очень хорошие добавочки, но как основной пэт тут идет райд фламинго, и я не знаю, кто более ценный, ежик или фламинго. Но, блин, фламинго у меня есть, а вот ежика нету. Ну, типа, нет, он у меня есть, но только один. Я думаю, что мало, прости. Я хочу просто посмотреть еще трейдики, потому что я, в принципе, не знаю, как ценится ежик, потому что я его начала трейдить только-только сегодня. То есть, блин, ежик заболел, стоять, нет, я пошла в больницу его лечить. Я так не могу на него смотреть, как он мучается и болеет. Так, все, тетя доктор нас вылечила, пошли дальше трейдиться. Ого, тут есть неоновые черепашки. Блин, я бы, наверное, обменялась. Я не знаю, честно, на самом деле, как ценится неон-черепашка, но я когда-то слышала, что она ценится как Фрост, но я прекрасно понимаю, что неоновую черепашку, точнее, Фроста за неон-черепашку не дают, поэтому я делаю вывод, что неон-черепаха ценится примерно как сова, может быть, может, чуть меньше, но я не знаю, не могу точно говорить, поэтому, ну, в принципе, ребят, почему бы и нет, ладно, я приняла следующий трейдик и... на этот раз уже флайрайт фламинго, но это получше, чем в прошлый раз, но... Добавочки. Блин, ребята, он не добавляет. Ребят, если мне уже второй человек подряд свободно дает фламинго, значит, ежик ценится больше. Ну, логично. Нет, наверное, я отклоню, потому что даже нет добавок. Ну, блин, ребят, я не знаю. Если мне так свободно дают фламинго, значит, он ценится как ежик? Или меньше? Или может больше? Может, люди просто хотят давно ежика и поэтому соглашаются? Я не знаю, на самом деле, ребята. Но давайте сделаем вывод, то, что просто... Фламинго ценится меньше, чем ежик, потому что я просто не знаю. Я приняла следующий трейдик, и что предложишь в этот раз? Ого, неон райд снежная сова. Блин, а по-моему, это неплохой трейд, ребята. Ну, блин, неоновая снежная сова. Это легендарка, еще и олдовская, еще и неоновая. Ну, наверное, все же нет, потому что у меня сов очень много. Блин, ребята, я не знаю, наверное, все же нет, потому что у меня этих сов реально много, я успела их подкопить за ту обнову, и эта обнова была довольно-таки недавно, поэтому я не думаю, что сова такая олдовская настолько, чтобы менять ее на ежика. Прости, ребят, реально, я, ребят, снежная сова офигенный пэт, я просто обожаю этого пэта, просто обожаю, я не знаю, у меня хоть и нет снежной совы неоновой, но мне кажется, она офигенная, ну, то есть, нет, я ее видела, вот она, посмотрите, какая она милашка, просто, ребята, я не знаю, я очень хочу неон снежную сову, но, к сожалению, не за ежиком, мне кажется, что за ежиком могут дать намного больше, сейчас мы с вами это и проверим, так сказать, ну, что предложишь, ребят? Да, сейчас жду какого-то классного трейдика. Так, кто меня пихает? Ребят, меня уже третий раз за этот день куда-то отталкивают. Синяя собака, блин. Он добавляет звездочку, но звездочка это не такой ценный пэт, чтобы считать его как тоже основной пэт. Но, блин, ребята, синяя собака. Это же один из самых-самых первых пэтов вообще в адопте. Офигеть, я не знаю. Это ункомоновский пэт? Ну ладно, это не настолько важно, но типа, блин, ребята, офигеть! Может быть, я сейчас поступлю неправильно, может быть, я откажу суперкрутому трейду, так сказать. Но, блин, ребята,
Я тут посмотрела, и вроде бы синяя собака ценится слегка меньше ежика, поэтому в этот раз я, к сожалению, отклоню. Но, ребят, я понимаю, что многие из вас, скорее всего, бы согласились на этот трейд, хотя я не уверена. Ну просто, прости. Я думаю, что могу дать больше, хотя я не уверена. Ребят, как раз таки, чтобы многие... Я понимаю, что многие уже, скорее всего, пишут комментарии по типу «Уж тебе переплачивают, почему ты не соглашаешься?» и так далее. Ребят, с одной стороны, это мой питомец, и я его обмениваю на то, на что я хочу, потому что, так сказать, если соглашаться на трейды, которые тебе идут в минус, то просто ты никогда не разобьешься в адопте. Это просто логично. Но с другой стороны, я просто не знаю ценности этого пэта. И, например, именно для этого я создаю такие видосики, чтобы вы знали примерно ценности пэтов, и чтобы я вместе с вами училась ценам пэтов, так сказать, и потому что вы мне в комментариях очень часто помогаете разобраться в ценностях пэтов. И, в общем-то, вот, ребята, я понимаю, что я очень запутанно все это сказала, но надеюсь, вы мне поможете разобраться в ценности этого ежика, потому что, на самом деле, я его получила буквально несколько дней назад, и еще не успела его потрейдить. Ну ладно, короче, мне кинули трейд, и сейчас я посмотрю, что предложат. А, мне уже кидали этот трейд, но тут у нас неон красный дракончик, также флайрайт павлин есть, также райт акула, флайрайт овечка. Да, мы смотрели этот трейдик, да, ребята, да, он предлагает абсолютно все то же самое, что и предлагал в прошлый раз, и фосил яйцо, да, фосил яйцо. Он сейчас, нет, фосил яйцо он поменял на альбина бета. Ребята, мне кажется, что это не меняет ситуацию, и трейд примерно одинаковый. Ну просто, ребят, по сути, какой тут пэт олдовский? Олдовский только альбина бет, опять-таки, и снежная сова. Поэтому я думаю, что нет смысла его менять на ежика. Прости, пожалуйста, я отклоню этот трейдик. И, в принципе, ребята, я так заметила, что на этом сервере мне кидают трейд одни и те же люди. Поэтому я больше не вижу смысла задерживаться на этом сервере. И так как сегодня мы с вами очень долго уже трейдились, я предлагаю на этой ноте уже заканчивать. И я очень хочу, чтобы вы мне написали в комментариях, на какие из всех трейдов за сегодня вы согласились. И почему, напишите почему, потому что мне тоже интересно. Ну а пока что это все, всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока.